Привет всем, меня зовут Алекс Беннард, и я начинаю новую серию видео по выживанию в экстремальной окружающей среде. У меня новый канал, поэтому я постараюсь поднять видео на новый уровень, хотя бы для себя. А почему я поменял канал? Ну, я, наверное, не всегда смогу выкладывать видео только по выживанию. То есть у меня какие-то, наверное, будут новые видео, отходящие от этой темы, например. Ну, не сильно, но не будут они соответствовать концепту активного выживания канала. Поэтому я создал новый канал. Я перезапускаю серию видео по узлам. Сначала абсолютно, то есть с самых простых узлов и далее. Где-то узлов 30, наверное, я сниму. Вот. Потом у меня серия по ловушкам начинается. Я уже отснял некоторый материал, то есть скоро он, наверное, тоже появится. Но не знаю, на когда я выложу, но после узлов сначала. Узлы я еще не определился, где я буду вязать, то есть либо на улице, либо в помещении. В помещении, естественно, легче писать узлы, то есть никуда не надо выходить, и я не буду зависеть от времени суток, поэтому помещение, наверное, будет лучше, но в то же время как-то, не знаю, пейзаж не тот будет. Также будем рыболовные узлы, все это возьмем. Потом, что касается ловушек. Ловушек тоже от самых простых до самых сложных. Я это уже начал. И также вот, которые мне предлагали видео, там я буду по поиску пищи и остальное все. Тоже, наверное, сниму и запишу. Вот. Это я все планирую записать на новый канал. Как видите, у меня более получше качество стало. Вот. И постараюсь как можно больше видео снимать на природе. А где еще снимать-то, блин, выживание? Подписывайтесь на канал. На новый, ну, можете на старый, но я тогда уже выкладывать ничто не буду, потому что как бы активное выживание — это отдельное название отдельного проекта. Там будут длинные ролики, поэтому. А сейчас это будет, наверное, записки выживальщика или как-нибудь так, и название еще не придумал конкретно. Поэтому что получится, то и получится. А что еще? Пожалуй, это все.